Всем привет, друзья! С вами я, Андрей228. Привет, мой дружочек-пирожочек-блютезик. Мы видим на время. И сейчас без 15:12. Я делаю в это время. Посмотрел твое разоблачение. И я делаю разоблачение X3. На самом деле, очень иногда прям не нравится... Пожалуйста, поуважительней. Еще раз повторяю, поуважительней. Специально для тебя. Пожалуйста, можешь поуважительней, ведь орать на меня это прям рил уже какой-то перебор. Я на тебе не ору, но если только сейчас я на тебя чуть. Но это чтоб ты знал. Дальше идем в нормальный тон. Ты сказал, чтобы... Нет, там ты в разоблачении меня, ты просто пересчитывал видео. Правильно я считаю, либо неправильно тебя. Думаю, ты просто пересчитал видео, типа... Пояснил. Смотри, если ты не видишь. В сообществе вышло 15 минут назад. Да, я осознал эту проблему. И смотри, я сделал. Как вам идея снимать стендов 2? Но, слушай меня. Вот. Я, если так, она очень-очень нравится, тема. Про Майнкрафт я могу снимать и стендов, и Майнкрафт. Так вот, ты говоришь, я всегда делал видео. Типа, кидалово делаю, кидалово. И в Майнкрафт я больше не приду. Если ты прям очень хочешь, да, я буду снимать и стендов. Только смотри, видео было стендов, сейчас будет следующее видео про Майнкрафт. Я даже знаю видео, которое сейчас мы найдем. Хотя даже в плейлисты зайдем, ребят. И наше дорогожданное выживание на острове постройка города. Открываем плейлист. Видим, дальше идем. И смотрим выживание на острове постройка... Сейчас, наверное, громко будет. Нет. Вот, короче, вы... Дальнище! Ну вот. Так, если тебе это... Очень нравится серия, либо как у нас целый плейлист. Дорогой дружочек-пирожочек, смотри. Так, заходим в Крафтсман. Заходим, переворачиваем телефончик. Хотя, ладно, не буду так говорить, а тут совсем уже, наверное, голова у тебя поедет. Ну, сори, конечно, это я зря, наверное, сказал. Заходим сюда, и ты не думаешь, что я этот мир удаляю навсегда. Этот мир есть. Просто если сильно вы захотите... Нет, это настоящий мир, не подделка никакая. Если вы сильно, либо ты захочешь, подписчики, я могу продолжить в этом мире делать ролики. Вот, смотрите, даже на балкон могу выйти. Смотрите, вот наш видео, который ты любил, плейлист, он, наверное, самый любимый, не знаю. Продолжаем к теме. Ты очень любил наш этот летсплей, дорогулечка, ты моя. Вот. Дальше. Я разоблачение делаю. В общем, разоблачать тебя уже, наверное, нечему. Я тебе просто, наверное... И ты скажешь вопросом, зачем я тебе делал эти 2 разоблачения. Даже 3 разоблачения, да. А для того, чтобы ты нам сказал правду, раз. Чтобы подписчики узнали твой канал побольше, чтобы они... Ну, это разоблачение, не знаю, побольше, чтобы узнали. То есть, типа, все же хотят узнать твой канал побольше. И подожди, на паузу надо, вопросики надо. Ты не думай, я не знаю, ты в лагере или ты мне просто обманул. Ребят, я не знаю, как... Ребят, зайдемте на его... Разоблачение. Вот, разоблачение. Разоблачение Блютез. Сейчас, подождите. Вот, на его канале. Видите цифру? 1223 подписчиков. Дальше. И посмотрите на его канал. Зайдем в шортс. Популярный. Так у него тут не 61 тысяча. Короче, у него еще больше прибавилось. Плюс 20 нечестных подписчиков. Да, я вам просто говорю то, что это уже задрало. И кто-то сказал, кто-то, не знаю, наш
наша дорогулечка, красотулечка ты наша, дружочек, пирожочек, блютесик, сказал, что тик-так, что тик-така кто-то не знает. Не понял. Тик-така кто-то не знает. У него вообще-то сейчас стрим идет. Ну ладно, я его вообще как все свои 5 пальцев знаю. Ты не думай, что я какой-то отслитый бот и просто смотрю каких-то А4. Нет, конечно, да. Вот. Ну, давайте, ребят, просто, ну, это ответка, разоблачение. Уже, наверное, не стоит делать ваше разоблачение, ответку. Я, наверное, хочу, чтобы... Ну, вообще, когда ты злишься, это очень смешно. Наверное, даже и подписчики мои спросят, что это прям рил смешно. А, и почему... Ну, кстати, да, бла-бла-бла. Вот. Я даже не знаю, что тебе уже... Я тебя так наразоблачался, мне уже как-то скучно. Надо новое разоблачение... Но, не знаю, ты завтра, Леведа, опять офигеешь, что разоблачение вышло про тебя. Короче, ребят, с вами я был Андрей228, я прощаюсь, это такое мини-разоблачение. Пусть он опять делает нам ответочку и не разоблачает нас, потому что нас не надо разоблачать, а вот его надо разоблачать. Нет моей логики. С вами я был Андрей228, был еще дружочек-пирожочек Блютесик. Всем пока!